Ну, я прекрасно, друзья, снимаю для неугомонного цены. Мы такое привезли из Канады для воды и не только. А сейчас мы с вами находимся в Жанете. Мне надо интересные держатели, отстойники для ложек и вилок. Сейчас посмотрим. Помните, у меня были красивые фарфоровые старинные в виде дамочки, и у нее в платье были ложечки и вилочки. Ой, не знаю, где это все подевалось. Будем искать что-то красивое с вами. Видите, как здорово. Ну, прям хорошо. С эстетикой тут все в порядке. Давайте я порекомендую Жанет. Все так боятся слова реклама, я никого не рекламирую. Если мне что-то нравится, я показываю, где, что и как, и почем. Особенно люблю самое лучшее за смешные деньги. Но тут не получается за смешные. Товарищ Климт дорог нам. В плане эстетики и символизма. Ну, в общем, здорово, да? Надеюсь, вам нравится. Ладно, займусь своими делами насущными. Вам я практически все показала. Все непросто. Это выглядит как Бавария. Потом проверю, доложу. Это же твои чашечки. Почти мои. Я даже не знала. Но это вот современный, но тем не менее совершенно шикарный. Короче, показываю людям не только Климта, но и английскую, баварскую, я не знаю, рукоделье в порцелане. А вот это английские мотивы. В общем, надо все проверить, ребята. Я тут случайно и совсем на другую тему. В общем, искусство, оно не требует жертв. Оно поглощает, и вы туда окунаетесь, как в пучину красоты. Я надеюсь, вам нравится такая пучина. Как я люблю лошадок, как давно мы с вами не были. Но когда-то поедем, наверное, в Париж. Или Кентаки Дерби. Ну все, чао-чао, мои прекрасные друзья. Обнимаю вас любовью. Давайте вот такой какой-то климтовской. Да? Чао-чао.